На следующей неделе должны привезти свинок F1. 4 штуки. Готовое место, я думаю, их запущу вот сюда. С водой закончу. И вот сюда. Или вот, наверное, сюда. Повкручиваю поилки, потому что где есть ниппеля, а где нету. Вот так. 16 килограмм весом был. Каштан, на, мальчик. На, мальчик. А ну, слепендечка ты мне. Вот. Да ты пыль, наоборот, нутрянка там, жижечка. Вот уже. Совы морду туда вовнутрь. Ну вон, бегают. Они от сарая далеко не отходят. Это я передаю Сереге. Серега у меня спрашивал, если их выпускать, не побегут они галасы-то. А они вот тут возле сарая и гасятся. Потом, чем дальше, дальше и дальше, да, они будут убегать все дальше и дальше, отбегать на территорию. А пока они сами ничего не знают, они тут сильно от сарая далеко отходить не будут. Давай сюда. 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 Сюда давай. Ну а загонять веником. Кыши, кыши, кыши. И побегу туда, куда надо. Вот так. Сюда все время захожу сейчас и думаю, надо делать, вернее, строить ангар. И то надо, и то надо, и то надо. Я уже даже и придумал, как построить себе ангар без фундаментов и с легкого металла, прочный и высокий. Надо все точно обдумать и, наверное, надо начинать на следующий год. Как там по деньгам будет? Потихоньку закуплять металл. Металл по тоннажу будет немного. Ангар будет большой. Наверное, 12 на... Хотелось бы на 30. Без опор внутри. Все ригелеобразное будет. Ригелеобразная колонна. Ригелеобразная верхняя ригеля. Без ферм. То есть ферма это вот низ фермы. Ну и грубо говоря верх фермы. Да? Такое не надо. Это получается рабочая высота, только считается от пола до вот этой перемычки, до низа фермы. А целиться, то когда выгружать сюда, чуть дальше, чуть ближе, типа, чтобы не зацепить ферму, ну, это не совсем правильно. Поэтому надо делать рационально, чтобы высота вся была рабочая. Я примерно так понимаю для себя, как сделать. И без особых там... Кто помнит, я говорил, вот там перед окном... Сделаю перегородку и типа перегородку засыплю до верха. Ну а тут поставлю крупорушку, столы, ящики и с двумя крупорушками. Ну оно, видите, как по факту вышло. Это я уже отсюда отбираю сейчас. Начал дробить, там килограмм 500 перебью. Короче, вот так. Затарили полностью под зависть. Я тут сделал с мешков перегородку, думал, оно не влезет. Тут что тут осталось уже, вон. В два ряда мешков, ну это уже третий ряд. И вот у насыпи. И так тачка, чем хорошо. Мы носили, я, жена и сын Богдан. Они вдвоем мне нагружали в тачку ведрами. И я тачкой сюда ныль. И насыпью, насыпью, насыпью. А потом, когда уже вижу, что метр высотой где-то насыпал, ложил доску и по доске опять на пшеницу наезжал и насыпью высыпал. И вот так тут лягло.
Ну, будем забирать, забирать. Часть уберу, потом перенесу сюда крупорушку новую. Все успели, все до дождей. Ну, тачка это, друзья, не мешками. Мешки не тягать, нигде ничего. Сейчас пойду в новый сарай давать свиноматкам. И заодно покажу вам, как я сейчас там даю. Да и вообще все покажу. Как в новом сарае я там начал воду проводить. Вот, заходим в новый сарай. Тут тишина и покой у нас. Вот так идем. Тихо. Обезьянушка, вставай, роднулечка. Вот так. Давай, ты детвора. Вот смотрите, как я насыпаю, когда она в станке. Я сюда воду еще не завел. А на эту сторону начал проводить. Пока поподвязывал так, пробовать паять. Вот эта свиноматка начала чего-то ни с того ни с чего. Уже второй день вот такой кашель у нее появился. От чего не пойму, никогда не кашляла. Глисты все глистогонили. И вот второй день, не знаю, может что-то попало, не знаю. Но второй день начала так когда-никогда подкашивать. Вот вода. Пожалуйста. И я так попроводил. Ну, пока подвязал, еще не по уровню. Там в конце еще не привязал. Поилки все установили. Вот такого типа поилки. И все, и регулировка. Выше, ниже, на полметра. Даже больше. Обезьянушка у нас опоросилась прямо в станку. Все нормально. Там переживали, поросята повыбегают у тебя, будут бегать. Ну вы думаете, я вообще уже. У меня вот такой щиток сделал и все, поставил. Буду забирать поросят, щиток уберу, переставлю туда или туда. Ну, к примеру. Поросятам уже мы купировали хвостики, зубы. Все лишнее поубирали. Сам по себе опорос в станке был непростой. Она первоходка и еще петрен. Поросята еле-еле выходили. Были разрывы, это уже им получается трое суток. Четвертые сутки пошли. Были разрывы, и она первый, второй, третий, когда выходили, она подскакивала, тут такое вытворяла. Ну, короче, она получается, опорос у нее был 9 штучек. Покрыта наша обезьянка йоркширом, 9 штук лысых, но все белые, один в один. И 9 штук все живые, это уже четвертый день. Я не раз замечал, когда тут стою, она ложится или что. И вот она ложится, упирается в эти дуги, поросенок под ней. И он как мячик отскакивает, когда она там на кого-то, ну, то есть кого-то могла бы придавить, если бы в обычной загородке. Ну, станок, конечно, ну, я пару раз реально замечал, когда в обычном бы станку она придавила кого-то, а в этом... То есть вот так, обезьянушка у нас опоросилась, 9 штук, все живы, здоровы, слава богу, хорошо. Идем дальше. Это после... А, это завтра покрыто петреном. Это сегодня... Срок сегодня. Ну, понятно, может быть, плюс-минус. Срок сегодня, дай бог. Это тоже сегодня. Ой, да, сегодня. Это и вот это две сестры. Ну, это вообще три сестры, просто это чуть позже на день покрыто. И получается вот это и Анатолича Кнопа в один день. Насчет бака. Бак покрасили.
И вода в баке есть. Напор хороший. Ну еще ничего, я только начал, грубо говоря, паять. Вот так с бака перешел и пошел. Тут понятно, что я все позакрепляю, выставлю, все хорошо. Это так, оно просто то зерновые, то опорос обезьяны. Потом после обезьяны я поехал на лебедин, после лебедина сразу на второй день. И с кормовой базой, то есть пшеница. И вот такое все, как бы и то надо, и то надо, и то надо, и все надо. Мне надо сейчас поставить сюда станок, загонять свиноматку. У меня сейчас еще там тоже через неделю-полторы еще там пару штук на опорос. Сюда надо ставить станок и сюда. Станки уже есть, там надо сделать бункерок и запускать тоже станки Петренов, две Петренши, Киевлянка и Анфиса. Так, где я ведро делал? Ведро у меня здесь. Вот смотрите, как я даю. Так в станке им насыпать практически нереально, вот так сюда. Когда она голодная, лезет, то есть ничего нереально сделать. А так вот у меня раз и два. И все. Она мне не мешает, так же самое я воду засыпаю. Ну, воду, грубо говоря, это тогда было, когда нету этой поилки. А сейчас я нам все крепления для поилок поварил. Вон, видите, как ветер гуляет хорошо. Туда-сюда, туда-сюда. Мухи есть, ну так, может, штук 20 где-то летает, 30. А так, конечно, мух нет. И в сарае постоянный холодок, ветерок. Ну, он видно по так называемым шторам, как ветер гуляет. Видите, у меня нет вентиляторов, ничего. В сарае Андрюха ко мне приехал, забойщик. Зашел в жаркий день в обед в сарай. Как раз обезьяна опоросилась на второй день. Говорит, ма, нафиг у тебя тут прохладно. Да, тут за день оно нахолоняет и прохладно. Мухи вон поналепливали все. И вот так, все дальше даем. Даем дальше таким же образом. Вот, а так. Ставим таймер вот так. Видите, перед опоросом, какая бешеная. Вот это какая-то бешеная перед опоросом. Давай. Вот, раз. И мне все два станка надо сделать такие типа бункерки-приемники. Приемный бункер. Мы когда делали на мельнице, на семечку, на все другое бункеры, делали приемник. Вот так. Раз. И все, и она спокойно. Мы ей не мешаем, и она нам. Пойдем дальше. Обезьянка. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Раз. И вот так вот два. Этому, видно, на ножку наступила. Вчера, ага, хромает. Одному. Ну, вот трое суток вот такие поросятки. Нормально. И еще одна осталась. Вот это. Это все кантур. Это кантурша, то кантурша и то кантурша. Кантурша не просто так, что свинья рыжая называет кантур. Кантур это чистая дюрчиха и чистый хряк Петрен. Этой сюда на пол сыплю. Ну а там уже, думаю, поставлю им кормушечки какие-то временные. Ну или временные, или постоянные. Вот тот же самый раз. И все, она все спокойно, ничего и не мешает, и никто и не мешает.
И здесь вот так. Сейчас покажу, как они опускаются примерно по елке. Ради интереса, кому интересно, покажу. Вот, а так видно, я думаю, вам будет. Вот, к примеру, поелка. Все, они могут пить. Потом нажимается. Оп. Для маленьких поросят. Тем, кому, ну, там, после отъема. Вот, после отъема. Сантиметров 20 от низу. 25. И все. Не надо, надо уже поднять. Сейчас поставлю это. То же самое, нажимаешь две. Максимально. И вот она так ходит, ну так она и должна ходить. И все. А здесь вода. Сюда пойдет и там под стенкой на каждый станок. По станкам. Просили показать, как именно по станкам. По станкам, вот был опорос, я говорю, у меня это первый опорос был в станке, ну, на моей практике. Ну, чё ты? Я вам скажу, во-первых, легко подходить. Во-вторых, она подрывается, бегает, там еще что-то, она в станке. В-третьих, она... Поросят в первые часы не принимала. Ну, был стресс, понятно, у нее в голове все перевернулось. На них немного там гиркало. Забрали, а потом через пару часов подпустили. Погиркало, заприняло. Сейчас кормит, конечно, хорошо, четко. Вопросов нет. Станок безопасно там. Тот же укол уколоть, подойти поросят забрать, там... Она никак никуда не перевернется, никак, максимум, что она на заднюю стенку так прижимается, когда поросята выходили. И все равно она прижимается вверху над этой перемычкой, которая 20 сантиметров от бетона. Выпадает поросята, я принимал. А так, если честно, и жена говорит, что очень удобно, практично, ну хорошо, одним словом. И поросята, я же говорю, 9 штук, это уже четвертые сутки пошли, все живы. Я знаю, ну что ты успокой, обезьянки. Я думал, будут обезьяны, как ты, черная, с беговой мордой. Ну, йоркшир, есть йоркшир. Так, давай туда, йоркширята. Давай, йоркшир. Ого. Ну, что ты хватаешь? И тоже, за поросят сильно она такая агрессивная. Вот, вот так обезьянушка наша, станочка, вон ее поросят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штучек. Девять штук. Ну вот, смотрите, вот шторы есть, а это окно я закрыл полностью. Сильно холодно тут ночью получается. И думаю, поросята, повесил красную лампу, они под красной лампой и гасятся. Ну и свет вот такой, типа, кинул временную переноску. Это окно я не убирал, ну, закрыл его. Это открыто, и вот то последнее открыто. Ну, и эти открыты. Тут у меня забор, отсюда мало ветер. В основном оттуда. И то я смотрю, вот когда сильно дует с этих окон, вот, допустим, с того окна, эти липучки не качаются сильно. То есть воздух, как я и думал, заходит, и вытяжки его вытягивают. Вытяжки тянут очень хорошо. Поросятам, я же думал, вообще, думаю, жара такая, ну какая им лампа, думаю, и так. А они лежат, трусятся, думаю, да не, надо лампу вешать. Повесил лампу, и все, они там. И воду вот так поставил. Воду, кстати, они тоже пьют по чуть-чуть. Воду поставил, свиноматка контактировать с водой не может. Все чистенько, аккуратно. Вот, под свиноматкой. Ну, понятно, здесь еще не убирали, это только управляется. Вот под свиноматкой, сухо, чисто, хорошо. Я пилочек подсыпал, но это я еще в первые дни. И каждую поилку мы так и сделали. Вот так я позакреплял. Я хотел сначала нарезать бы, а тут, ну типа нарезать бы, а потом думаю, уже так надоели вот эти болты, сгонки, все надо ехать покупать уже с этими покупками, как бы думаю, при валютой все.
Я-то могу в любое время обрезать. Вот вода идет. Вот здесь у меня, вот я паял вот так угольнички, краны. Все с первого раза получилось. Вот моя пайка вот такая получилась. И все, я тут тоже повешу до потолка, и так будет висеть. Вот тоже последняя паилка в ряду. Видите, везде вода. Кстати, первый раз попаял вообще, ну никогда не приходилось. Я таким не занимался. Мы в основном по серьезному строительству, по монтажу. А такие вот эти внутряночки, ну не приходилось мне паять. Купил паяльник, попробовал раз-два, да, нормально. Так что, друзья, сегодня ожидаю опорос раз и два. А завтра вот тут. А потом еще две петренши. Ну, у меня кто покрыт дюрком, кто петреном, кто йорширом. Ну, поросята должны быть все хорошие. Ну, вот так. Сейчас планирую, перебью, подроблю ту пшеницу, пару ящиков. Ну, где-то с полтонны перебью. А потом буду воду заниматься водой сюда, в эту сторону. Вот тут я вывел кран вот таким образом. Вот. И все. Труба ржавая, ни разу не открывал. Вот эта трубка ржавая, и все. Сам бак оцинкованный внутри и снаружи, а трубка вот эта черный металл. И эта вода стоит, чуть порыжила. Ну, оно когда уже будет тут больше, будут пить, она часто будет меняться и будет нормально. Короче, вот так. Получается, такие поилки я поставил во все клетки. Ну, вот. Во все клетки. Единственное, где не поставил, это здесь. Почему здесь? Оттуда буду проводить воду. Вот она пойдет с бака на низ. И под окнами, везде на каждый станок будет идти кран. Ну, понятно, кран и обычный ниппелек будет стоять. Ниппельная поилочка. А тут сильно высоко же я опять не подниму, у меня же та поилка регулируется высокая, поэтому тут тоже поставлю обычную ниппельную вот здесь. Ну, куда-то сюда между прутьев, и тоже будут ходить между прутьев, выше-ниже. Планирую так. Вот так, просили, как там станки. В станках, кстати, им намного лучше, чем в обычной клетке. Тут у меня в новом сарае не жарко, кто-то там писал, я говорил... Я не представляю, как у него там из металла сарай, там, наверное, духота такая. Да я скажу, что любой кирпичный сарай позавидует. По температуре сейчас в эти жаркие дни с этим сараем. Почему? Потому что он утепленный. Это тот же самый термос. Нальешь кипятка, оно держит горячую температуру. Нальешь холодной воды в термос, оно держит холодную воду. Это термос, друзья. Термос с отражателями. Это в середине два отражателя и пенопласт 10 сантиметров. Потолок теплый. И под профлистом, ну, то надо там рассказывать потом. Тоже много звонило, что профлист у них подгнивал. Тут другая немного ситуация. Вот так, друзья, в новом сарае. Тишина, спокойствие. Обезьяна! Обезьяна, а в тех имен нема. Кантурш. Кантурши.
Я хотів назвати одну виварку, другу вірьовку, а потім думаю, та ладно вже. Жена говорить, що попало буде. Коротше, одна віза, а ті кантурші.